Упражнение для ягодиц. Встаем на колени. Прямые руки, прямые ноги. Допустим, первая у нас будет левая нога. Делаем 10 махов через колено. Ногу поднимаем как можно выше. 10 раз сделали. Затем 10 прямой ногой. Носочек достает до пола. И 10 раз в колечко. Носочек тянется к голове. Затем 10 счетов подержать левую ножку параллельно полу, либо выше. Затем 10 счетов с противоположной рукой. Затем 10 махов к голове. Ногу ведем поверху. То есть не через низ, не по полу, а именно поверху, как можно выше. 10 махов. И 10 счетов подержать ножку в сторону. Это у нас один заход с одной ноги. Также мы делаем все сначала с правой ножки. 10 раз через колено. 10 раз прямая нога носочком до пола. 10 раз в колечко. 10 счетов подержать ножку. 10 счетов подержать с противоположной рукой. 10 раз мах вперед к голове поверху. И 10 счетов держим в сторону. Второй заход все то же самое. Не забывайте тянуть ягодичные мышцы. Можно вот таким образом в перерывах.